Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве iPad Air можно включить таймер в камере. Делается это все довольно просто. Давайте разблокируем для начала наш iPad. Далее включим камеру. После чего нажимаем сюда и выбираем 3 секунды либо 10. Давайте попробуем 3. И попробуем 10. На этом все. Чтобы выключить, нажимаем просто выкл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!